Друзья, всем привет! Мы в Турции. Это Люденис, Фетхи. Вот такое вот красивенное место у нас. И наш отель Карбл Хотел 4 звезды. Мы сейчас у входа. Вот сейчас в связи с коронавирусом тут на входе проверяют температуру. Ну ничего, сейчас мы пройдем, посмотрим, что у нас тут есть в отеле. Вот мы попадаем на зону ресепшена. Такое симпатичное здесь лобби. Ну и вот такой вот симпатичный у нас тут выход. Привет. Симпатичный выход к главному бассейну. Ну и вот такой вот вид у нас. Если лень пройти 5 минут до моря, то можно вот как раз отдохнуть, полежать здесь и тоже полюбоваться красивыми холмами рядом. Вот, ну а здесь, помимо ресепшена, тут еще барчик. Также тут можно экскурсии какие-то заказать. Ну, пройдем вниз. Вот, ну, отели, территории практически нету. Поэтому здесь можно просто отдохнуть. Полежать на лежаках у бассейна. Ну и пройтись до пляжа. И опять же тут меньше 5 минут. Номера простенькие. Все необходимое в них есть. Даже туда заходить не будем. Вот, идем к пляжу. Вот, ну и такой вот пляж, вход песок с мелкой галькой, то здесь никаких тапочек специальных не надо. Сейчас конец октября, солнце светит, опять же очень красивая бухта, здесь вот куча парапланеристов летает, то есть это излюбленное место для полетов. Можно тоже заказать такой полет. Там порядка $50 будет стоить. Ну и такая вот красота. Так что всем рекомендую, отличный отель, недорогой, чистый, уютный, рядом море, рядом куча баров, интересных мест, куда можно зайти посмотреть, что-то есть и погулять. Вот опять же здесь экскурсии.